Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Spark 2012 года выпуска. Двигатель 1 литр автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 32 тысячи километров. Заменим на нем сегодня передние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса и откручиваем суппорт. Поднял автомобиль, снял колеса, откручиваю оба болта крепления цилиндра. Сниму шланг с кронштейна. Снимаем цилиндр. Направляющие ходят мягко, но они болтаются. Смазки наверняка в них уже мало. Здесь все, пескун стал цеплять за край, уже звуки были посторонние. Что это? Снимаем. Что это? Пластинки. Что это? Вычистим их. Также здесь. Беру новые колодки фирмы Sunshink. Номер их идет SP1392. Одну колодку беру с пескуном, вторую беру без пескуна. Бошевской смазкой 5-6 нолей 150. Помажу торцы колодок. С пескуном ставим во внутреннюю сторону. Под пыльник поршня добавлю смазочки. Смазка фирмы Febi. Немного, чуть-чуть. И разгоним ее.
Теперь беру струбцину и утапливаю поршень. Снимаю направляющие. Направляющая смазана. Но смазки маловато. Ну, в принципе, смазки достаточно, но я ее заменю. Вытаскиваю старую смазку на отвертку. Наматываю тряпочку. Беру тойотовскую смазку. С горошину заталкиваю вовнутрь. Здесь пальцы большие, можно даже немножко побольше. Одеваю пыльник. Смазываю палец. И завожу на место. Вот я его сжал до конца. Подпор ушел, чтобы его не было. И одеваем пыльник именно на, чтобы на палец оделся. Все, направляющая ходит. Также смазываем нижнюю. И также смазываем и устанавливаем. Также одеваю на место пыльник и завожу на место палец. Одеваем пыльник на сам палец. Все, ходит он у нас мягенько. Теперь можно на место поставить цилиндр. Поворачиваем направляющее по прорези и наживляем болты. Закручиваем его болта и верхний, и нижний. Одеваем на место крепления
тормозного шланга. Здесь снимал болт, чтобы открутить. И все. Аналогичным образом меняем со второй стороны. После этого обязательно нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза. И на этом замену тормозных колодок я закончу. Всего вам доброго. По скрипту со второй стороны нижнюю направляющую уже смазал, а верхняя направляющая закушена, не могу ее вытащить. Ключ здесь на 19, 3 из 4 были нормальные, а одна расшевелилась. Ключом на 17 упрусь здесь, буду отталкивать, а на 19 буду крутить. Кусочек смазки есть, а сама направляющая закисла. Очищаю ее от коррозии и также чищу все внутри. Вот так вот бывает, что одна вещь и все равно закисшая. В конце есть смазка, но ее было недостаточно. Все, палец почистил, видно, его коррозия побила. Давно он уже находился в грязи и влаге. Ну и с горошину вот добавляю вовнутрь. Одел пыльник сразу на палец и вставляю его. Слышно, воздух вышел. Одеваем на суппорт и проверяем. Сейчас он у нас работает плавно. Все. Вторую сторону уже не хотел показывать, но из-за пальца снял ее. Поршень я уже смазал. Смазки добавил туда, под пыльник. Вдавливаю цилиндр. И одеваю цилиндр на место, поворачиваю направляющее по пропилам. Здесь и сверху, и снизу они направляющие. Наживляю болты. Thank you.
На этом все. Замену я закончил. Всего вам доброго.